Если хочешь иметь приятный досуг, не теряй времени даром. Здравствуйте, с вами Юлия Чернеева. Какие интересные выставки можно посмотреть в эти выходные? Узнаем прямо сейчас. В музее «Модерна» открывается коллекционная выставка стульев из фондов историко-краеведческого музея имени Алабина. Казалось бы, стул и стул – базовый элемент любого интерьера. Но не стоит забывать про то, что хороший и красивый стул – это труд художников, дизайнеров и ремесленников. В эпоху модерна мебель начинают производить массово, зарождается оригинальный дизайн. Так вот, на выставке «Господа стулья» будут представлены эксклюзивные стулья и кресла, многие из которых никогда не выставлялись ранее. Каждый экспонат содержит целую историю, будь то личная драма, которая разворачивалась в доме, где находился стул, или производственный детектив с промышленным шпионажем и переманиванием сотрудников. Выставка будет работать до января. Адрес музея «Модерна», Самара, улица Красноармейская, 15. Музей «Самара космическая» приглашает отправиться в космос прямиком из Самары. На первом этаже уникальные экспонаты, настоящие артефакты, части ракетно-космической техники и модели ракет. Наряду с ними в экспозиции находятся интерактивные экспонаты, которые рассказывают о том, как эта техника работает. Например, проект «Спейсбук. Карманный космос» расскажет о том, как используются космические технологии в повседневной жизни. Другой проект посвящен человеку в космосе, и здесь можно узнать о том, как живут космонавты на орбитальной станции, как работают и отдыхают, что едят, как моются и тренируются, какие проводят эксперименты и что из этого получается. Музей «Самара космическая», проспект Ленина, 21. Время работы комплекса – суббота с 10 до 17, воскресенье с 11 до 15.00. На сегодня все. Хороших вам выходных и отличного настроения!